Всем привет! Сегодня мы будем готовить батончики сладкие. Но есть одно большое но, и это очень хорошее но. Здесь мы не будем использовать финики, потому что, как нам пишут некоторые подписчики, что найти финики без сахара, вот в сиропе они обычно, очень сложно, поэтому сегодня без фиников. Рецепт этот постный, без яиц. И рецепт этот очень полезный, потому что он без сахара и без муки. Итак, что нам для этого нужно? Связующий это у нас банан один. 100 грамм у меня здесь овсяных отрубей. Яблоко. И наполнители. Вот всего наполнителей должно быть примерно 120-150 грамм. Вы можете использовать любые орехи, любые семена, семена чио, грецкий орех. Ну, в общем, все орехи, все наполнители, какие вы хотите. У меня сейчас здесь изюм, ну, обычный изюм, изюм и изюм вот такой. Семена кунжута, тыквенные семечки и семечки подсолнечника. То есть все у меня семена не жареные, все в сыром виде. Это, вы знаете, вот этот набор, вот эти вот отруби и вот эти вот семена, это вот так, как мы употребляем отруби. Каждый день 1,5 ложки отрубей заливаем молоком, потом перемалываем все семечки в кофемолке, и вот такая у нас каша. Всем рекомендую, те, кто уже прошел Дюкана, кто уже перешел на обычное питание, очень-очень полезно и вкусно. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно очистить банан, его измельчить, чтобы не было комочков. Сделайте вы это вручную вилкой, сделайте вы это блендером, это уже как хотите. Яблоко нужно очистить и натереть на крупной терке. Еще. Духовку включаем 180 градусов, пусть она там нагревается. Противень у меня 25 на 20. Здесь у меня силиконизированная бумага. Это вот я очень много, вот такая она. Я ее заказала на каком-то сайте. Ну, я думаю, что проблемы купить ее нет. Я ее использую первый раз, много о ней слышала. Вот будем сейчас смотреть, как она себя тут поведет. Итак, начинаем. Берем миску. И, в общем, очищаем банан, измельчаем, яблоко трем на терке. Так, банан мы измельчили, яблоко натерли, эти собрали, у меня здесь получилось 120 грамм, 100 грамм отрубей. Все, теперь все это нужно смешать, добавляем отруби. Вы знаете, вы можете еще добавить сюда какие-нибудь специи, какие вы хотите. Думаю, корица сюда будет очень хорошо. Кто там любит ванилин, пожалуйста. Я сделаю вот в чистом виде. Но я сюда еще добавлю щепотку соли. Вот, вы знаете, у многих ассоциация, что если ты на диете, высыпаем семечки, если ты на диете, слово диета, ну просто вот выбивает человека, и все говорят, как, ты не голодал, как же ты вот пережил это. Я могу вам сказать, что Дюкан, вот питание по Дюкану, это просто замечательное питание. Понимаете, там есть все. И вот это вот название белковая диета, ничего она не белковая. То, что вы сидите там один день в неделю на белковой пище или там несколько дней на атаке, на белке, это ничего. Поэтому я вам рекомендую попробовать, если кто-то еще этого не сделал и кто-то хочет избавиться от лишнего веса. И вы поверьте мне, если вы будете так питаться, вы никогда не будете голодным, вы будете Конечно, кто-то скажет, я съем отдельно изюм, я съем отдельно орешки, отдельно яблоко, и будет замечательно. Разнообразьте свое питание, разнообразьте свои блюда, и вы не почувствуете, что вы на диете. Так, теперь сюда выкладываю яблоки. И все это я сейчас руками буду соединять в одну массу. Главное это соединить, вот, чтобы все это распределилось равномерно. Выкладываем все на противень и хорошо распределяем и утрамбовываем, чтобы получилась такая единая плитка. Вот так вот плотненько, равномерно. Смотрите, чтобы вот в углах у вас все было одинаково. И сейчас мы ставим в заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно на 20 минут. И будем уже смотреть, как быстро это приготовится. Все, конечно, зависит от помола ваших отрубей, от сочности яблока, от наполнителей. В общем, 20 минут ждем.
Так, моя духовка была разогрета 180 градусов. У меня ушло, девочки, 40 минут. Достаем и перекладываем на доску. Силикон сработал замечательно, ничего не прилипло. Вот, пожалуйста. Рекомендую. Так, все, теперь нарезаем на батончики. Острым ножом. Вот так. Вот вполне себе батончик. Будешь пробовать? Так, сейчас Леша попробует и все вам расскажет. Пожалуйста, горячий. Угу. Угу. Это такой приятный на вкус. Я на велосипед буду себе брать. Да, соль не забудьте добавить, и будет вообще просто шоколад. В меру сладкие. Все зависит от того, какое количество изюма вы добавите. Можете добавить сушеную вишню, тоже будет замечательно. Детям на вот такой перекус, чем конфетами их так кормить, просто замечательно. Всем рекомендую, приготовьте обязательно. Внизу будет описание, в описании ссылка. Внизу в описании будет ссылка на батончики с финиками, тоже очень вкусные. Поэтому всем пока, худейте с удовольствием.